Ну вот, сегодня у нас пятница, 12 апреля 2019 года. Сижу вот я на коньке дома Надежды Васильевны Лапкиной. Вот, в том году я сделал такой, как говорится, промах очень большой. Клал вот эти новые шиферины с верхнего ряда. Вот, и один кусочек, один положил лист, а край листа был сантиметров 15 обломлен. И там щель оказалась. А я, видимо, то ли не заметил, то ли еще не знаю. Ну, видимо, невнимательность сработала. Все, и когда весной пошли дожди, там вода в доме стояла. Все, сестра одна заходила, проверяла. Вон поезд идет. Товарняк. Вот, и пришлось мне залазить и устранять свой недостаток. Притом очень сложно все это было сделать, потому что край листа был обломлен внизу, у верхнего листа. Вот, где вот там он заканчивается. Вот. Вот этот кусок, это я вот сегодня уже с Божьей помощью залез и прибил. А мне пришлось снизу такие вот награждения разные делать. Брусок один прибил. Доску положил, еще одна доска, чтобы подтянуться и достать конек. Можно было, конечно, лестницу сделать настоящую, но это времени очень много уйдет. А так быстрее получилось. Вот. Такая вот у нас длинная лестница. Тихоньку молюсь, и Господь благословляет. Вот сделал один. Конька тут вообще не было, сгнил. В том году я не успел его сделать, вот в этом году сделал. За пилой подпилил сучки, то есть горбыля сделал. Сейчас вот вторую вот тоже сшил, сколотил, сейчас ее подниму и буду устанавливать. Так вот со стороны высоты вот дома можно хорошо окрестности наши посмотреть. Вот. Тетя Люба Минаева тут живет в этом домике, там вот Иосиф Устинов. А между ними уже, говорят, Никита будет Устинов строиться сейчас. Это сын Андрея Устинова. Он тут дом, вот он, большой такой красивый. Это вот Андрей Устинов живет. Вот у него сын Никита старший будет строиться. После армии пришел недавно. Ну вот это вот вы уже. Если кто смотрел ролики, знает, это Алексея Устинова дом. Бревенчатый. Там их родители живут. Дядя Вова и тетя Валя Устиновы. Это вот брат Никита здесь с ребятишками был, пока не уехал. Вот мой дом. Тут у нас женщины, девочки спят летом. Вот это вот скворечник. Это Игнатий Тихонович здесь живет. Он его любимая голубятня. Вернее, она была. Сейчас она уже такая первая считается, а он вторая. Это на крыше моего дома. Там, говорит, более просторнее. Он даже видно, что голубь тоскует, сидит. Когда же, говорит, меня отпустят на волю? Ну, что же сделать? Потерпи до воскресенья. Там хозяин благословил воскресенье открыть после обеда. Вот это наша черемушка, баня, гараж. Вот. Это вот труба такая у Надежды Васильевны. Но тут все, почему конек пришлось еще делать? Потому что, видите, как... Такой разрыв большой тут между это, шиферами. То есть без конька никак, иначе тут и снег попадал, и дождь будет заливаться. А это где раз рубероид старый, где-то щели между обрешеткой и в дом уже на потолок, через потолок уже домой. Сейчас я немножко повернусь. Тут с одной рукой-то опасно лазить, конечно. Вот я иногда там, как говорят, грешным делом смотрел ролики. Те, которые прыгают на высотных зданиях, с одного здания на другой там лазят по всяким небоскребам, вернее, по вышкам различным. Вот, рискуют своей жизнью. И ради чего? Ради только одного тщеславия, больше не ради чего. А тут необходимость. То есть никак не сделаешь уже. Приходится вот лазить. Сейчас здесь вот конек буду устанавливать. Ну, вот здесь вот окрестности покажу.
как есть заповедь, не искушай Господа Бога твоего напрасно. Раз люди искушают, Господь терпит до поры до времени, а сатана обольщает, и все. В очередной раз человек раз срывается и погибает. И все это ради чего? Лезут на всякие высокие горы. Зачем, спрашивается? Чтобы потом сфотографироваться и сказать, что я там был. Ну, проявил ты мужество, это хорошо, конечно. Но жизнь-то у тебя одна, и ты можешь оборваться, сколько их погибло на этих горах. Вот это все постройки Надежды Васильевны. Тут вот видно ее. Это вот ее тут, у нее летний душ, как бы типа кладовки. Это у нее парничок тут. Вот, а там вот теплица, край теплицы видно. Хотел вот еще мою теплицу показать. Но, наверное, скорее всего, мне тут не долезти до нее. Так, неудобно, а то я... Одним словом, там вот, я не знаю, что сквозь деревню увидишь сейчас уже. Там у меня этот карбонат постелен. И вот один край карбоната сломало. Почему, не знаю. Вроде бы крепкий ложили, хороший. Тоже придется ремонт делать. Вот каждую весну приезжаешь и работы не успеваешь даже к заезду людей, детей. Это наши склады, вот тут меняется. Большой, маленький склад. Дверь я открыл, все проветривается сейчас. Завтра у нас суббота. Хорошо. Отдыхать будем после обеда. Потом на вечернюю службу, а в воскресенье уже по заповеди Господней отдых. Вон сорока летит, белобока. Летит по прямой. Ну ладно. Все тогда. На этом, наверное, репортаж буду заканчивать. Потому что одной рукой мне тут не подтянуться будет. Сделать, показать, как это будет процесс проходить. Камеру никуда не установишь, упадет сразу. А так тут хорошо сидится, на улице тепло. Вчера вот холодный ветер был и солнышко пригревало, а сегодня теплый такой ветер дует. Вчера какой-то северный был, он с той стороны, вот куда я сейчас видеокамеру направляю, а тут вон оттуда он дует. Ну, какой-то, видимо, западный, что ли. Вот. Ну, все. Слава Богу за все. Аллилуйя.